У Нормандских островов продолжают искать пропавший легкомоторный самолет с футболистом Эмилианом Салой. Береговая охрана осматривает в бинокли воды пролива, но пока безрезультатно. Бывший нападающий французского «Нанта» летел из одноименного города в Кардифф. Там его ждали в валлийском клубе «Кардифф-Сити». Близ Нормандских островов самолет пропал с радаров. При этом сигнала бедствия он не подавал. На поиски отправили самолеты и морские суда. Они осматривают территорию в 2500 квадратных километров. Операцию осложняют сильный ветер и плохая погода. Между тем, некоторые поклонники Салы уже потеряли надежду. Они собрались в Нанте, чтобы возложить цветы к импровизированному мемориалу и почтить память футболиста. Я опечален, потому что Эмилиано Сала был значимым игроком Нанта, и его очень ценили болельщики. Я пришел почтить его память. Я поискал информацию в социальных сетях, на сайте клуба Нант и на других сайтах, чтобы узнать какие-нибудь новости. Я также посмотрел сайт британской спасательной службы. Ее капитан сказал, что вряд ли есть надежда найти футболиста живым. И тогда я заплакал. Аргентинец Эмилиано Сала выступал за Нант с 2015 года. Он сыграл в 101 матче и забил 30 голов. 19 января стало известно, что футболист должен был продолжить карьеру в клубе английской премьер-лиги «Кардифф-Сити». За его переход Нанту заплатили 15 миллионов евро.